Это самая странная реакция на Ютубе. Приятного просмотра. А вдруг он дверь тоже сломает? Да ладно. Он может играть музыку. Воскресенье. Сегодня воскресенье. Сос. Киношедевр. Только не потеряй. 5 minutes later. Я потерял мамин телефон. А я всегда хотел сыграть клоуна. Не получается из меня клоуна. Оператор готов? Ого. А я хочу спеть красивую песенку. Алло, бабуля, это не компот, это мама. Компотик. No. Котятки, а вы не знаете, где наш арбу? Ой, карамелька, будь здорова! Компот, будь здоров! Котятки, вы не простудились? Нет! Ой, кажется, с нашей машиной что-то не так. Надо посмотреть. А ты не можешь починить машину? К сожалению, я бог. Опахная. Не понял. Быстренько. Супер! Коржик, Карамелька и Компот рассматривали бой. О, ужас! Она сейчас утонет! Котоплащ спешит на помощь! Лапочка может упасть на коты... А дай нам, пожалуйста, попробовать. Не дам. Вот так. Ля-ля-ля-ля-ля. А я станцую брейк-данс. Компот, а теперь давай. Сосатели. Коржик, Карамелька и Компот захотели, чтобы папа сдох. Я хочу про принцесс. И чтобы там были пираты. И еще грибы. Грибы? Мы будем сосать. Здорово! Ну, что молчите? Грибы? В одном лесу. И у меня. Так нельзя. Стоял прекрасный гриб. Белый гриб. Не гриб, а гриб. Волшебная палочка. Палка-то не волшебная. Не захотим и не будем. Да, Компот? Да! Иначе превращу в жаб. Не хочу быть жабой. Мама! Что? Смотри, что ты наделала. Не может быть. Ну да. Ты должна просто сказать волшебное слово. Пожалуйста.
Пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста.